Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, дорогие обучающиеся школы номер 508! От души поздравляю вас с новым учебным годом! Очень рада тому, что вы начинаете этот учебный год за школьными партами. Мы очень ждали вас, говорю это я вам от лица всех учителей школы, готовились к этой встрече. И мне кажется, непростая школьная весна 2020 года сделала нас ближе друг к другу, научила ценить друг друга, понимать трудности, которые возникают у каждой стороны, и вместе эти трудности преодолевать. Мы не знаем, каким будет новый учебный год. Пусть вам будет интересно, пусть знания, пусть учеба будут вам в радость, и вы будете понимать, зачем вы это делаете, для чего учитесь в школе. Пусть помимо школьных уроков будет обязательно любимое дело, увлечение, хобби, какой-то интерес, который будет двигать вас по жизни. Ведь самые серьезные открытия совершались тогда, когда человек просто проявлял любопытство. Будьте любознательными, будьте смелыми, будьте азартными и креативными. Пусть ваш интерес будет вознагражден новыми открытиями, ну и, конечно, великолепными оценками, а у старшеклассников восхитительными результатами на экзаменах. Пусть начинается новый учебный год, и пусть он будет удачным для всех. Поздравляю вас!